РФ учит учителей выявлять проукраинских детей на оккупированных территориях ЦНС. На оккупированных территориях Украины россияне провели семинар среди учителей. Теперь они должны выявлять детей, потенциально поддерживающих свою родную страну. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ЦНС. В циничном стиле оккупанты назвали это девиантным поведением, говорится в сообщении. По данным информационного ресурса, Учителей учили, куда обращаться в случае, если они обнаружили нелояльных детей, а также, как через них выходить на взгляды их родителей. В ЦНС резюмировали, что враг фактически планирует через детей узнавать информацию о про украинском движении, враг, ТЭД, не понимает, что таково большинство населения на временно оккупированных территориях, отметил информационный ресурс. Кроме того, в конце публикации Центр национального сопротивления призвал провести дома беседы с детьми, а также сообщать об учителях, работающих на врага.